После того, как БИК «Автотранс» добровольно оставил свои маршруты, ответственность пала на компанию АДМ, самого крупного перевозчика Владимира. У него и до этого было 15 маршрутов, а после конкурса на освободившиеся добавились еще 5. Заблаговременно АДМ начала наращивать автобусный парк. В СМИ появилась информация, что компания приобретает 50 новых «Волгобасов». Сейчас на линии выходит 137 машин, а к концу ноября их будет 170. Когда возникает ситуация вообще со сменой чего-либо, никакая смена не проходит так гладко. Ну, да, были накладки. Было непонятно, как БИК «Автотранс» будет уходить с маршрутов. Тогда, когда они написали письмо в администрацию об отказе от маршрутов там с определенной датой, ушли раньше, тоже для нас это стало, скажем так, небольшим таким испытанием. Сейчас переходный период заканчивается. Уже проведен конкурс на маршруты, оставленные прежним перевозчиком. В конкурентных условиях они достались АДМ. Кроме того, компания не боится экспериментировать. Откликнулась на предложения горожан, которые просили пустить автобусы туда, где они очень необходимы. 21-й маршрут проходит сейчас по улице Тракторной и Ракадной дороги, где не только много торговых центров, но и достаточно большая промышленная зона, где много предприятий, на которых работает достаточно большое количество людей. Общественный транспорт на Тракторной не диковинка. В советские времена по этой улице ходили автобусы 15-го маршрута. Но потом Советский Союз исчез, а вместе с ним с Тракторной исчезли и автобусы. И вот теперь они возвращаются. Ну, мне нравится, да, очень удобно. Вот если бы сейчас не эта остановка, вы бы на Горького пошли? Ну, естественно, сам ближайшая остановка от Горького. Дело в том, что у нас машина, вот мы машину оставили, поэтому мы пешеходы только-только, поскольку машина в сервисе стоит. А так очень-очень нужно. Вот где бы мы сейчас? Нам бы пришлось пешком идти. Сейчас нормально стало. Автобус, сели, вот только почаще выходили, больше ничего. На новом отрезке 21-го маршрута пока 3 остановки. У торгового центра, мясокомбината и на улице Почаевской. Планируется еще одна на Тракторной улице и одна на пересечении Ракадной дороги с улицей Усть-Налаби, что поднимет привлекательность маршрута. И уж совсем было бы замечательно, если бы приложение Яндекса, созданное для тех, кто пользуется общественным транспортом, работало адекватно. Пока оно почему-то не может уследить за всеми автобусами. Мы предоставляем сервису Яндекс всю информацию, которую, в общем-то, обладаем по нашим маршрутам, по графикам движения. А уж насколько оперативно и качественно они этот свой сервис ведут, ну... Переходный период заканчивается и на автобусном маршруте 18С, самом длинном. Его протяженность 30 километров. Основная цель – доставлять жителей микрорайона Лесной до Владимира. Но из-за ремонта трассы М7 делать это стало все труднее. Транзитный транспорт пошел через город, начал создавать пробки. Из-за них график движения 18-х автобусов стал сбиваться. Мы понимали, что мы можем сколько угодно штрафовать перевозчика или требовать от него соблюдение интервалов движения, чтобы он выпускал дополнительные машины. Там хоть 20 машин выпусти, они будут стоять в тех же пробках. Да? Поэтому было принято решение изменить маршрут, сделав его короче. Соответственно, интервалы движения уменьшаются объективно. И отдел транспортной связи предложил, чтобы автобус ехал по улице Мира через дворец детского и юношеского творчества и далее на улицу Балакирева. Жителей это не устроило, особенно студентов. Чтобы добраться до ВЛГУ, им теперь приходится ездить с пересадкой. И людей услышали. В мэрии прошло совещание с руководителями транспортной отрасли, на котором глава администрации Андрей Шохин сообщил, что маршрут 18С будет скорректирован с учетом пожеланий пассажиров. Андрей Шохин прислушался к этим аргументам и согласовал изменения маршрута. Надеемся, это уже окончательное изменение, потому что именно об этом просили нас жители. Автобус 18С следует из Лесного через
улицы Горького и на узловую конечную остановку кафе «Рябинка». Снова по Горького, и на этот раз до «Рябинки» 18-е автобусы пойдут с 3 ноября. И с этого же дня произойдет незначительное изменение в движении автобусов номер 23. Теперь они будут поворачивать к ДТЮ. Ранее этот маршрут пролегал по улице Мира без заезда ко Дворцу творчества юных. Александр Инин, Егор Хрыбко, 6 канал.